Саня, ты тут? Почти. Он ходит. Привет, Свет. Слушай, вот я... Меня слышит, можешь говорить. Вот ссылка, как я настроил. Ну, я не знаю. Вот глянь. Вот мой стрим. Картинка сильно сыпется. Вот сейчас покручу. Должно сейчас покрутиться. Сейчас, секундочку, я докулю сейчас. Больно. А ну-ка битрейт покрутим. Ты не ту ссылку, ты прям щелкни на свою картинку и там копируй URL. А, все, я понял, я отправил на этот. Да. А то ты, я под своей страничкой захожу. Я понял, я не то, я тоже буду. Автор ограничил доступ к видео. О, блядь. Да, открытый доступ. Переходит? Еще раз копируем. Может быть, он URL меняет. Ну, сейчас скину. Вот. Не помню. Okay. Не должно менять. О. Ну, сейчас я видел. Через звук какой. Но я не знаю почему. Переходит? Тебя. Ну вот у меня он почему-то сам настраивает звук, и меня там не слышно. Блин, что за хрень? Не, слышно, я тебя слышу. А, значит, у меня звук выключенный. И меня там не слышно. Там звук, да, сам просто щелкнул, там крестик стоит. Я молчит. Понял. Блин, не, слышно, я тебя слышу. Не, вот теперь слышно меня. А, у меня звук выключен. Меня там не слышно. Там звук, да, сам просто щелкнул, там крестик стоит. Я понял. Но все равно картинка, блядь, сыпется, пиздец. Нет, это сыпется у тебя, наверное. Я вижу, наверное, сам заставку твою. А, у меня звук выключен. Меня там не слышно. Там звук, да, сам просто щелкнул, там крестик стоит. Я понял. Так. Ну как думаешь, нормально так стримить или нет? Ты сейчас ты крутишь, вот я вижу. Санка. Вот открыл Ариету. Ну надо попробовать сначала просто как видео сделать лучше. Даже как видео просто записать, поговорить его. Не, ну видео нет. Будет нормально, но вот, блядь, почему-то стрим вот, блядь, ну картинка сыпется, пиздец. А у тебя какой ты ставил аппарат или программный, короче?
Кодировщик сейчас, по-моему, у меня видеокартовский стоит. Вывод. Кодировщик Не, AMD Video Coding Engine H264 Media Foundation. Ну да. Они хорошие, у них кодировщики. Я вот сейчас остановлю стрим, включу другой там кодировщики. Кодировщик AMD видео. Слушай, на этом, на AMD-шном кодировщике намного лучше. Ну, AMD-шный, конечно, встроенный должен лучше быть. Пизда, нахуй, я, реально. Разница есть. Мне вот 2500 он показал, значит, вот это, наверное, оптимальный такой. Потому что если идет, видишь, следовать ограничениям битрейта, накладываем потоковые службы. Нет. А битрейт это зависит от того, какое будет качество картинки. Будет ли оно сыпаться, как последняя курва, или будет нормально идти. Но тут от битрейта зависит еще прикол в том, что если его выкручивать, ну да, картинка более приятная, когда битрейт поднял. Ну да, не такой мутный, да? Угу. Но сыпется. Пиздец. А ну поставлю переменный битрейт. Поменяется от этого что-то? Или нет? Переменная вообще мутная все стало. А где ты переменный ставишь? В выводе? Настройка, вывод, да. Ну, переменный говно полное, как по мне. В расширенный, что ли, ушло? Да, ну да, типа расширенные параметры и там и тому подобное. Блять, на 720 это не тянет. Использует двухпроходное кодирование, нифига себе, нифига двухпроходное. Масштабировать вывод есть. Базу. Ну я отмасштабировал, вот, не нормально. На Full HD? Ну да, типа на 720. Мне почему-то стрим дропает и все, блин. Ну точнее, я имею в виду в плане у меня. Пока не по этот сам стрим типа. Сейчас попробую еще раз. Пропуск кадров нет. Загрузка КПУ, да, ЦПУ 3% идет.
Но вот у меня загрузка ЦПУ 56, это вместе с игрой и 40, и 40 памяти. Нет, я вот смотрю, сам в самом ОБС внизу, видишь, показывают пропуск кадров прям в углу. 3 килобита, 2-3 килобита, то есть он по переменной прыгает, видно. А, не, у меня пропуска кадров 0, 4 минуты идет стрим, и ЦПУ 6,4% забито. Ну, блядь, хули. Поехали, съездим. Игру одну, вдвоем. А, смотри, он сразу его открывает. Кого? А это я Alt-Tab нажал, он его показал. Сейчас я сверну просто. Ну и себе-то в эфире, мне-то не обязательно в эфире, наверное, смотреть, да? Ну да. Тебе запустить и просто смотреть, чтобы оно не дропалось. Так, а как мы это увидим сейчас? Их тоже не увидит. А потом запись-то можно быть, да, остановить? Да, запись можно. Запись потом на этот, на YouTube загружается. Не, она у меня-то останется, нас, когда я остановлю за трансляцию. У тебя нет, а на Ютубе будет. Ну, в смысле, я все трансляции нажму, я там ее увижу уже. Ну да. Так, что это можно попробовать? Запятай. Давай сейчас попробуем. Так, трансляцию нажму, пусть когда-то транслирует. Пролей без. Так, он у меня часом там на диск С ни хрена не пишет. А то он мне сейчас диск С как забьет, так я офигею там. Вот. Так. Куда ты? Ты видео хоть мне не пишешь? А? Ты то я это. C users video FLV. Просто надо глянуть. У меня есть подозрение, что он мне сейчас диск С забьет к чертям собачьим. Вадим, что там видео? Видео. Конвой какой-то. Xsplit. Так. А, не, ничего не пишет, слава богу. Хм. Давай, сейчас посмотрим, как у нас FPS, блядь, проседает. У меня он и так что-то последнее время не ахти. Знаешь, с чем это связано? Конечно. Метель. Сейчас будет жарко на метели. Картинку вижу, сейчас посмотрим. С опозданием, вот загрузка задания пошло. Это немножко мутновато, может быть. Потом попробовать убыл, посмотреть, что получится у нас. Надо глянуть, а что ты решил стримить-то? Нет, ну я просто, мне интересно вообще сам. Дело не в том, что стримить, а просто вообще как это все делается, что мало ли так вот. Стримить-то можно просто записывать, например, а другой просто озвучит, например, расскажет там. Тут вопросов-то. Потому что иногда бывают бои какие-нибудь интересные такие. Можно было, конечно. Что-нибудь кинуть. Самые интересные бои это в PvP, я тебе скажу. Ну, не знаю, у меня сотку так и держит. Но аппаратный он не должен захватывать так. О, охренеть, у меня 30-40 FPS.
Не, у меня 100 кадров так и есть. Вот сейчас поехал. Менял 34. 90. Вот 90, 85, вот так. То есть разницы я не чувствую. Сейчас вот посмотрим сейчас. Ну вот у меня 45. В прицеле 60. Не, 80 так вот. Ну тут чуть-чуть, тут 60, да. У меня до 30 падает. Ну, у тебя настройки какие стоят? Ну, у меня средненькие, я не сильно навороченный стал. Ну, у меня стоят высокие текстурки, я подозреваю, из-за них проседает. Не, я убираю. Блять. Ой, Аракал уже, блядь, с ботами играть не умею. Опа, тут нас увидел. Ну, скажу так. Иди, ёпара, стой. Чего толкаетесь, 8? Да что такое? Упс, попал. Не, мне что-то это не нравится, блин. Такие просадки FPS, блин. Что-то не то, надо в настройках поковыряться. Может, видюха не выдерживает? Такой нагрузка. Вот 50-48 по раздыманию. Ну, у меня 34, блядь. Пиздец. Господи, чушь такие все суетные. Десять тысяч на день. О, что-то там другого там. Ты, блядь. Какой, блядь, шустрый бот. А теперь под тысячу-то ходит. А, кстати, я нашел у Т-80 охуительную пробиваемую зону. Это какой уровень? Боец или что? Это этот. Да? Ветеран, конечно. И что-то фигу. Фу. Фу. Ой. Ох ты. Это я. Я попал. Жопа, ну что идет? Рикошет, хуй знает от чего. Еще больше убивай, да. Бляха. Так не заезжали. Интересно, а ну где мой диспетчер задач? 36%. Чё-то я не догоняю, блядь. Почему? Настройки тоже получить. 20%, блядь, армата загружает, но при этом FPS, блядь, тупо дропается. Ну, блядь, надо настройки, наверное, повыкручивать до минимума и попробовать там. Ох ты, скотина.